Всем привет, всем привет, с вами Шмыга, мы на канале Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Wheat Crafting. И, ну, это про травку, ну, все, в общем, все знаете. Это у нас какая получается серия? Четвертая серия, да? Помните, в конце прошлой серии у меня вылетела игра, и, к сожалению, у меня откатилась где-то игра по времени, где-то на полгода. Вот, и, соответственно, мы будем сейчас заново проходить все то, что проходили до этого. Да, потому что почему... Не, ну а почему вы думали, что я возьму и обрежу? Типа, нет, а какого? А, это как в смысле? А почему я должен, типа, мучиться и опять проходить? А вы, типа, нет, вы не будете... Вы будете смотреть, типа, промотай? Нет, это так не работает. Это так не работает. Нужно смотреть, да, мучиться вместе со мной. Не, ну вы-то, конечно, можете промотать, потому что вы на Ютубе будете смотреть. А я-то, в принципе, ну... У нас тут не свободный рынок, куда ты можешь просто так за эти улицы, это наша территория, мы сделали. Слушай. Да, я забыл, там нужно было по-другому отвечать. Но раз мы отвечали в тот раз так, что есть, ну, как бы, и да пошел он в сраку, как бы, да? Вот, да. Здесь у нас что, поливамба. Ну, сейчас вот немножко, и мы уже будем двигать их на рынке, то есть, потому что у меня здесь уже будет все, типа, чики-пуки. Все будет хорошо, то есть все нормально. Все нормально. Надеюсь, что в этой серии мы продвинемся хоть куда-то. Кстати, у меня была проблема, потому что я не мог выполнить, да, вот эту тему. Я так и не посмотрел. Точнее, я так и не придумал, как ее решить, потому что я не знаю. Потому что я не знаю, как решить данную проблему. Как сделать подпольный бизнес, я не понимаю. Да, то есть я, короче, не понимаю, как работает эта тема, поэтому никто мне ничего не пишет, никто мне ничего не говорит, поэтому... Поэтому мы будем дальше проходить, зарабатывать просто баблишко. А как вот с этим быть, я хз, я не знаю. Мы, скорее всего, купим еще какой-нибудь один из... Стоп! Значит так, смотрим. 3,5. 4. 4. 3,5. Да, то есть, подожди, у них... Ну, да не, да, все понятно. Ничего мы не будем менять по цене. Потому что... А, пошли вы в жопу. Вот почему. Вот почему. Шесть. Нормально. Главное, чтобы ну да, все было нормально. Это главное, да. Сейчас у нас регги, плюс еще лимонник этот вырастет. То есть, ну, в принципе, смотри, то есть не намного, короче, сейф-то, ну, типа, откинулся, да. То есть, тут как бы аутосейф хоть какой-то есть. И это, в принципе, хорошо. Это, в принципе, хорошо, да? Потому что, ну а что? Ну а что? Ну а как по-другому? Как по-другому жить? Бдительность полиции. Мне больше всего интересует, как сделать... Притон, работники, финансы. Продать активы. Почему я прачечную не могу, я не понимаю. Пиццерию тоже не могу, чайную тоже не могу. Почему? Ты можешь мне просто... Почему ты не можешь мне написать, почему? Самое, вот, как бы, ты бы написал, что, типа, потому что ты, типа, маленький щенок и все остальное. То есть, ну, типа, да? А так он, как бы, нифига не пишет и, типа, ну, как, короче, как играть-то, я не понимаю. Так, у нас тут выросло, да? А,
Так. Регги. Пока так. Пока так сделаем. А дальше будет видно, чего и как. Там сейчас захотят купить наши... Наши эти, да? Так, сейчас тут прокапаемся. Прокапались. Так, теперь идем сюда. Идем сюда и продаем просто все. И да ладно, что так мало? Ну ладно. Входим в Теплянскую. Тут уже стригача надо. Стригача делать. Стригача. Не строгача, а стригача. Ну потому что от слова стричь. Да? Или нет? По какого слова? Так, и у нас, короче, смотри, ну мы в принципе нормально, у нас 12 тысяч. Я не знаю, как это сделать, потому что как сделать прачечную? Кто может мне подсказать, как это сделать? Я не понимаю, что-то я... То ли я что-то не то нажимаю, может быть, то ли я что-то не то... Ну, то есть, как бы, вроде все то, но почему-то все не то. Ну, то есть, как бы, ты понял, да? То есть, все то, но все как бы не то. Так, а что здесь? Здесь у нас просто вот... Такая вот фигулечка. Так, а что условия? Условия? Зачем им эти условия? Здесь... Это регги, это говнотрава, которая пока, как бы, ну, типа, никому не нужна. И, типа, какого хера я должен тут ставить еще какое-то оборудование? Нет. И такого не будет, да? Что у нас с этим? 29. Мы, по-моему, доходили до 25, по-моему, да? Что-то такое. Но в нулину будет тяжело, потому что, играя искусственно их... Их продвигает, чтобы, ну, типа, проблемы были насущие или не насущие. Поэтому, то есть, вот такое вот дело. В принципе, я вот не знаю как. Давай еще раз, можно я вот так нажму, да, и меню пауза. И я хочу пользователи время. Часть 2. Вопрос, который надо заняться. Введение виды мест, общественные и размещение. Вы можете визуализировать помещение, помните, что в каждом месте ключевую сумму. Если хотите изменить деятельность, нажмите на кретик рядом с ней. А, подожди, что? Размещение. А, вот так? А, притон убираю. Да. Ты долбанище, ёпарный ты карась. Нет, ну тут, да, мы за пятнашку возьмем либо прачечную. Я мудак, я уже это понял, так что иди ты на, да. Я все понял. То есть и тут тоже мы можем хоть что делать. Притон, лобал и все остальное. Да, вот ты, конечно. Ну, это шмыга, что ты хочешь от шмыги? Шмыга он такой, да, немножко тупенький немножко. Ну, а что? А как? Почему? Извиняюсь. Травушка-муравушка, извиняюсь. Делаем поливамбу сейчас, подожди. Давай, может быть, здесь уже нужно все делать. Да. Да, хорош. Да, ну а зачем мне притон? Как бы это глупо, согласись, выращивать и делать там же притон. Это как бы это бред.
просто это маразм. Ну, то есть, никто так не делает. То есть, ну, как бы в мире, ну, даже не в мире, в любом бизнесе, то есть, ну, как бы, если ты что-то выращиваешь, ты будешь продавать как бы в другом месте. Понятно, даже если ты огурцы будешь выращивать на даче у себя в парике, ты продавать будешь, понятно, не на даче, в том же помещении. Ну, то есть, типа, ну, надо даже, ну... Ребята, вроде тебе не переворачивают игру, не хочу быть в отстающих, поэтому занимаюсь самообразованием, посмотрел 15 минут. Ну, я понял, да. Посмотрел и молодец. Посмотрел и молоточина. Так, значит, сюда давай. Продаем. Но я потому что продаю три травы, но я могу сделать. Что я могу сделать? Я могу сделать рыночный киоск для... Ну, только за десятку, короче, можно сделать, да? Можно сделать за десятку, и полиция отвалится сама по себе, да? Так, ну сейчас, все, мы разобрались с этим, теперь все зависит, короче, вся завязка была на помещении сделана, а я тупой мудак, я, короче, типа это, да? Ну, а что ты хотел, это же стример тупой, и все. Ну, типа, по КД вообще, да? Сэр, во время последнего патруля у меня получилось странный запах, я пошел. Ну, я понял, ты там сейчас уйдешь, потому что ты, короче, да. Не, подожди, я же убрал, типа, точку, по идее, притон. Какого хрена, то есть люди ко мне не должны ходить сюда, типа, ну, типа, а что за бред? Почему он там кого-то видел или не видел? Ну, типа, это же как бы бред, нет? Ты не считаешь так? Ты не считаешь это бредом немножко? Потому что я считаю это немножко бредом. Мы можем сделать, убрать до двух травок, муравок, да, и купить там прикрытие себе. И то есть там копы, короче, отвалятся с рынка, и то есть, и мы еще, может быть, ну, скорее всего, вряд ли мы что-то будем получать от хот-догов, да, но, как бы, ну, типа, ну, ты прикинь, короче, ну, типа... Ладно, давай покопим немножко денег, потому что, ну, типа, пока не надо это делать, то есть, потому что он там следующее нам даст задание, которое, ну, типа, будет такое, ну, типа, неприкольное, да? Ну, то есть... То есть каждое выполнение задания ведет к тому, что ты будешь тратить деньги и нервы. Ну, то есть, и зачем? Не надо. Плюс я еще, видишь, я убрал работников, то есть, ну, это тоже такое сказочное такое дельце. Так, и дай-ка сюда. Давай посмотрим, чего у нас есть с работниками. Работники. Зак Хок. Марк Диас, да, то есть по 250. Ну, смотри, какая Софья-то, а. Уй-сю-сю. Но эти какие-то такие себе. А что это такого? А, этого может он разведчика типа играть, да? И выбрать параметр. Зарплата, продажа, отношения, выращивание. То есть это может выращивать, типа она немного выращивает, да, но... Да нет, нормально все у нас пока. Мы сейчас можем, знаешь что, убрать точку на, например, службу такси. Да, нет покупателей. Или шкафчик в прачечной. Рыночный. Нет, смотри, мы можем шкафчик в прачечной, короче, купить. И, типа, вообще не париться. Что там? Да, заходим. Типа, прачечная у нас дома. И будет, типа, мы прачечники, типа. Ну, а чё, нет? Нормально, помню, я придумал, нет? Как тебе? Да ё-моё. Типа, все на прачечке закидано, типа. Ну, а чё, прикольная идея, по-моему. Да, мы, наверное, так сейчас и сделаем с тобой. То есть, ну, типа, камон. Такси можно, в принципе, для проституток, типа, да? Или как это называется? Женщина легкого поведения? Или как там? Как там правильно говорится? Я не знаю. Да, продаем. Да, нормально вообще. Мы не будем... Нет, да зачем? Мы не будем пока это делать, потому что, ну, типа, камон. Нам нужно ударить по карману тех, короче, барыг. И мы сейчас этим будем заниматься.
Это все чики-пуки. У нас все. У меня все схвачено. У меня просто все. Просто бриллиант. Плюс я еще могу, короче, себе что-нибудь. Лучше профиль на Алника, найти новых сотрудников я могу сделать. Выращивание. Могу? Я же могу это? Могу, да. Стрижка сокращает время выращивания, если делать его самостоятельно. Да, давай. Сколько? 2,5, да, нормально. Окей. Полив, если удерживать, чтобы купить на, да? Чтобы их, когда вы лично против партии, да, сделки закрываются быстрее, будут через минуту. Так, а исследование что? Скорее рост растений летом, повышает способность. 10 тысяч у меня осталось. Ну, пока так сделаем, потому что я сейчас, видишь, я убрал всех моих работничков, поэтому я сам занимаюсь выращиванием, поэтому... Если оно все будет ускорять процесс выращивания, да, то это, в принципе, ну, мне на руку. Потому что ты сам понимаешь, что как-то, ну, выращивать, если я сам... О! Ну, сейчас они все при это, и мы соберем и посадим опять. Так, хорошо. Да, в принципе, можно вообще сейчас пока посидеть, недолго думая, и просто тут, ну, покопить деньги, короче, и просто повыращивать дофига денег и снизить на максимальный уровень конкуренции на рынке, и все. Ну, типа, что такого, нормально. Да, смотри, мы вот эту траву продали, в принципе, можем убрать одну штуку сюда. Или лучше пока не делать так. Или делать, я просто не знаю. Давай-ка посмотрим. 26, да? 26. Надо еще, а как можно... Как можно сделать? А, ты чувствуешь, что быстрее растение растет или нет? Я не чувствую пока. Ну, типа, по идее, оно должно быстрее расти или нет? Сейчас, ребят, подождите, у меня тут это... А, смотри, тут вообще 8 уже стало у него качество. Выше стало, прикинь, лол. А, он же, по-моему, написал, что будет, типа, качество лучше, если я сам буду заниматься этим, да? Или нет, или я что-то путаю. Или оно, типа, не быстрее расти, а... Ну ладно, это уже не важно. Никого это уже не интересует, да? Слушай, мы так неплохо, на самом деле, уже поднялись. И что у нас по конкуренции? 23. Ну все, они сейчас отвалятся, потому что, в принципе, тактику, которую выбрал Шмыга, она, как бы, ну, она... Да, смотри, 12, потому что я воду сам, и... А если я воду сам, то и ты сам знаешь, что это значит. Типа, повышаем уровень. Да, это прекрасно. Это великолепно. Да, в принципе, на умениях сейчас можно, короче, нормально так поиграть. То есть, покупать умения себе, прокачать, да, нашего персонажа, собственно говоря, потому что я уверен, что, ну, как бы бабки, если мы сейчас закроем сделку эту, ну, то есть прачечку здесь сделаем, да, то, ну, типа, как бы такое себе. Видишь, у нас уже все меньше становится, потому что мы убрали этот притон, ну, то есть, ну, блин, это логично, конечно. Так, мы 600, сколько? 22. А нужно в нуль, да, типа, убрать или нет? Ну ладно. Сейчас мы сделаем все в ноль, да. Мы крутые, мы великолепны, мы могучие и сильны. Но смотри, качество вот этой травы, оно посмотри какое. Просто посмотри, какое качество травы. Ты просто посмотри. Это просто, это нечто. Ну все, вот, видишь, кустик уже, все, три кустика. А, кстати, да, по-моему, быстрее начало расти, или я что-то путаю. Или я какой-то этот... подожди, оно отличное качество, а здесь... непонятно. Ну ладно, не важно. Так, там поливка уже надо. Ну здесь тоже надо, наверное, да, поливку сделать.
И вот они, собственно говоря, проблемы, которые начались, да, они, в принципе, вот пока развеялись немножко. Сюда мы можем поставить что? Мы можем поставить сюда этот, чтобы запаха не было, поставить... Потому что у меня есть одно место, и я могу очиститель воздуха минус 75 сразу. Тихо, нахуй. Паровоз с халявы ушел, ты меня слышишь? Это моя территория, тебе нужно заплатить налог, или ты попадешь в крупную неприятность. Поверь мне, ты не хочешь знать, что это за неприятности. Хорошо, на тебе 1100 и держись от меня подальше. Разумный выбор. Отношения нейтральны для... Аху. Ну хорошо, ладно. Может быть, я неправильно сделал, да, но это уже никого не интересует, потому что... Ну просто потому что и все. Ну, да, сейчас тогда давай сделаем, знаешь, как, поднакопим тогда денюшек. Поднакопим тогда денюшек. Полицейские жалобы. Время приобретения значительно, незначительно увеличивается. А, он там на этой-то, на этой-то, ладно. Ну, он, короче, понял, он на рынке. На рынке, короче, там трется, падла, тварь. Ну, ничего страшного в этом нету. Так, а что я могу еще увеличить себе? Подожди. Рост, рост. Ну это, блин, это 5000. А это что? Это я могу этих увидеть. Тут выращивание, продажа. Когда увеличит пару сделок, закрываются быстрее. Блин, я не знаю. Ладно, пока давай, пока не про это. Пока не про это, да? Так, давай-ка пока сохранимся на самом деле, знаешь что? Ой, извиняюсь. Да, вот так надо сделать. Сохранить. Шухер легавый. То есть я еще пока, видишь, на этой миссии, как бы, ну, типа, блин. Камон. Хорош, хватит. А, подожди, насколько у него увеличился этот... А, не насколько, 25. 25 и все. 25 это... Но это... Да не, он сейчас соснет. Мы ему дали как бы 1000 баксов, но он сейчас соснет, мне кажется. А может, кстати, и нет. Будет смешно, если нет. Ну, точнее, не смешно будет, но грустно будет, да. А не, они же только что, по-моему, были, нет? Эти кусты. Типа, или они так быстро вымахали, нет? Не, ну здесь, сюда не к чему придраться, здесь по нулям с полицайкой, потому что... Ну, потому что, блин, ну, шмунга все-таки тут работает, да? Все шикарно. Так, семейный дом, значит, и тут мы сейчас сделаем... Что мы сейчас здесь сделаем? Ну да, кстати, по-моему, кусты начали нормально так расти. Смотри, я поливалку-то вообще, ну, типа, мало, по-моему, начал использовать. Хотя, может это все обман зрения. Или это, знаешь, типа, психологическое такое внушение, что, типа, там, ну, типа, меньше, типа, время. А на самом деле, как бы, ну... А на самом деле, как бы, и нет. Так, хорошо. Теперь сюда переходим. Тут, наверное... Нет, тут все, мы ждем. Потому что есть Алешка у тебя. Так... А, так все, мы тупо ждем теперь, смотри, как классно, да? Прикольно. Прикольно, мне нравится. Да, надо, конечно, уже разбираться с этими полицейскими. Полицейскими. И, в принципе, так, это уже почти... Ну да, все нормально у нас. Это у нас... Блин, работничков бы вообще, на самом деле, да, но... А подожди, я же с ней уже работал, да? Да нет, забей, забей пока. Не надо. Пока забей, пока просто мы работаем в поте лица, и мы просто... Мы безупречны. Безупречны мы, да. Так, хорошо. Подожди. Хорошо. Ага. Немножко осталось, и будет еще эта травка. Травка-муравка. Ну это шикарно, это просто шикарно. Великолепно. Великолепно. А вот это плохо. Да, надо, короче, уже прачечку делать. Я вот про это, слушай, смотри, не подумал. Оно он уже перевалил через 50. Да, надо закрывать, короче, прачку.
это все, конечно, хорошо и замечательно, но прачку надо. Да, я про это, слушай, я что-то тупанул. Я что-то тупанул. 21. Хорош. Я что-то тупанул про это дело и... И что-то как-то вообще, да. Так, ну мы, слушай, ну мы сжали там зато. 15 тысяч надо, да, накопить? Ай-яй-яй-яй. Много. 15 тысяч это много. А-а-а, нормально. Так, теперь сюда тогда. Продаем. Опа-на. Это что такое? Нарыночный плод навести. Так, закрываем одну хер. Да. Новые. А что они? Тусовщики будут. 50 и 100 шкафчиков прачечный. Ну ладно, давай это купим. Так, но у меня пока этой травки нету, поэтому забей. Так, притон-то притоном. Так. Снизили бдительность на рынке, чтобы продавать. Просто продавать. Так, ну вот сейчас вот с этой третьей травой надо будет сейчас что-то порешать, да? Потому что мы ее там типа не продаем. Ну, в принципе, ладно, чего. У нас 2000 осталось денег. 2000 денег осталось. Я надеюсь, это как-то скажется на продажах. Ну, в смысле, в лучшую сторону. Но видишь, тут как бы новые покупатели, как бы, ну, то есть это как бы хорошо, наверное, нет? Типа, ну, у нас качество травы должны разлететься, типа, слухи по городу. Это тусовщики же, они там, типа, и все, они такие классные, типа, нет? Как-то. Хотя, наверное, да, наверное, ты, я был прав, точнее, кто был прав. Наверное, лучше, чтобы сюда были эти, да? Ну ладно. А, я эту продаю, ты чё, дурак? Регги, давай сюда. Так, что я делаю, ты чё, дурак? Что я сделал? Мудак. Войти в теплицу. Что у нас с бабками? Подожди. Две пятьсот, нормально. Так, лимончик подоспел. Лимончик подоспел. Мы, да, мы теперь накапываем, накапливаем наши деньги, короче. И... Все. Минус 50, нанна. Нанна. Хорош. О, тусовщики пошли, подоспели. Класс. Класс. 17 у него уже. У него просто 7. У него не, ну, у него нет, он, да, у него уже все, он уже там. Он уже там. О, все. Он нам уже не помеха на самом деле. Так. Быстро со стригам делаем. Да ты за... Угадай, у кого теперь сахарно-китайский папочка, причем буквально ебаня за бизнесом. Ну, либо вращать что-то новое. В любом случае, у нас есть куча денег, которые мы потратим на расширение. Интересно? Да иди ты в сраку, а. Вообще неинтересно. Я говорю, это искусственно сделанной игрой, чтобы как бы тебя, ну, типа, в такой нерв вводить. Ну, типа, чтобы ты все время, типа, двигался. На самом деле, это как бы, ну, понятно. Окей, хорошо. У тебя есть... Как... Да еб... Доброго дня, сервис, извините, в организации нашего мисполизма, хотели бы, чтобы... Да-да-да, окей. Ну да, то есть игра, я говорю, искусственно вводят такие вот, короче, фишки, типа, ну, чтобы ты немножко поерзал на стуле и побыстрее что-то придумал. На самом деле ничего не нужно придумывать, потому что у нас все шоколадно в шоколадное. Шоколадное в шоколадном, понятно?
Сейчас мы посмотрим, сколько у него там влияния, возросло ли у него влияние. Ну да, мы сейчас просто тупо будем копить 15 тысяч на прачечку и, собственно, все. Больше нам, в принципе, ничего не нужно. Так, окей. Что тут? Шикарно. Тюка-тюка-тюка-тюка-тюка. 25. Ну, а было что, 19, да, по-моему? Или сколько было, не помню. Все очень хорошо, все просто прекрасно. Просто прекрасно. Трава растет. Конкуренция у парня падает. Это все нормально. Все так и должно быть. Так, ну знаешь, что нам нужно вообще? Нам нужно, в принципе, расширяться будем здесь или нет? Наверное, нет, да? А, ну я же сказал, что я ничего не буду делать, я тупо коплю бабки, да-да-да-да. Я что-то забываю, что я говорю. Поэтому извиняйте. Поэтому извиняйте. Так, здесь все, можно поливальку, 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 поливальку. Отлично. Стрекамбу делаем. Ну, чтобы, так сказать, ровненький такой кустик был, да? Такой ровненький, такой подстриженный, такой... Лю-лю-лю-лю-лю-лю. Вот, то есть такие вот дела. Такие вот дела. Так, там хотят купить, ну подождите. Подождите, подождите, подождите. Подождите, ребяточки, подождите. У меня дела. Можно, кстати, вообще, слушай, пока по этому, ну, по третью травку пока, короче, подержать вообще, ну, типа. А подожди, а смотри, а мы же могли... Сейчас, погодь. А дай-ка я сюда выйду еще раз, подожди. Мы же... Подожди, а что там на, значит, комнату? Да, на прачку, короче, мы могли бы обычных людей, типа, вкидывать сюда. А пиццерию, типа, студентики будут у нас, да? Это кто такие? А, хипстеры? Да, пятнашку нужно, короче. Окей, хорошо. Подожди, а что я там брал? Продажа, что... А, все, я понял. Да, я открыл прачку, типа. Ну да, хорошо. Ну, прачка стоила здесь дороже. Тут, там было 12... Сколько там было, не помнишь? 12 полой, по-моему, там было, эта прачка стоила. А, да, то есть я бы сейчас в деньгах еще больше упал. Так-то 10 я, по-моему, потратил, да? Ну, о, отлично. Последний раз? Да, отлично. Последний раз стрижем. И все. Надо, кстати, еще посмотреть, сколько у этих тусовщиков репутация моя... чтобы, если что, там ценник подвинуть, короче, чтобы, ну, типа, там это, ну, там это. Да. Так. Отлично. Шикарно. Так. Сюда. Отлично, смотри, вообще нормально. Но мы сейчас, да. А, все, полиция, короче, свалила, короче, нах. Типа, я могу продать вообще, по идее, да? 5000, да? Сюда придется приходить другие социальные группы, а ближе не будет действовать. Не надо, не надо, хорошо, хорошо, хорошо. 25, конкуренция, да? Это что такое за звук? Не, подожди, а как это сделать? А, вот здесь. Посредственный, да? 4 балла, 4, 3, 3, 3. Я могу, короче, вообще накинуть еще на самом деле, да?
Да, пока так будет. Памс, памс. Или не накидывает лучше. Блин, я даже не знаю, как лучше. Да не, ладно, я уже все сделал, поэтому. Иди к тына, да. Вот это мне не нравится, понимаешь? Вот с этим надо что-то делать. А с этим надо что делать? С этим надо вот денежки. Мы пока это поднакопим немножко, наверное, да? Или нет? Или как лучше сделать? Блин, это я не знаю просто, как лучше сделать. Отлично. Так. Сфигали. Так. 25 до сих пор. Собака. Угу. 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 Так. Так. Да, надо, короче... Что там? Конкуренция. Нам нужно придумать, что делать со всеми этими стереотипами деливера маргиналов, спортивках, мажоров, денежек, однозначно побольше. Хочу избавиться от этих засранцев в нашем районе. В конце концов, они тебе не нужны. Блять, да... Иди в жопу. Так, сюда. Типа на, блин, он типа сделает на упор. Короче, а что, у меня больше, большая социальная группа типа упала, да? Так, подожди. Получается, что у них? Так, о чем? А, подожди, мы все, мы делаем проще, короче. Подожди, а где мое, а где моя трава? Немного увеличить. Бляха. А, у меня опять игра вылетела, ребят, извиняюсь. Ребят, всем до скорых встреч, спасибо за лайкосы, за подписоту, всем счастливо, всем пока, с вами был Шмага.